Темой материнства, детства, поддержка семей. В преддверии Дня защиты детей сенатор Российской Федерации Ольга Забралова провела прием жителей в офисе Одинцовского отделения «Единой России». Свои вопросы смогли задать 6 человек. Посвящен мерам поддержки материнства и детства. И в рамках Госсовета очень много было озвучено вопросов и предложений. Но мы понимаем, что у людей есть еще и свои какие-то личные вопросы, может быть, которые касаются и детского сада, или школы, и многих вопросов, которые на территории обсуждаются. И очень важно им тоже помочь. Организация «Оксаны» занимается такими направлениями, как профориентация для людей с инвалидностью и поддержка материнства. В день приема она обратилась с просьбой поддержать ее социальные проекты. У нас, конечно, сейчас идет большая грантовая поддержка государственная некоммерческих организаций. И вот сейчас вот есть возможность опять подаваться на грант в Московской области. Ну и мы хотим вот с нашим проектом так вот масштабно подойти, потому что Московская область очень большая, у нас есть возможность, у нас есть ресурсы, у нас есть партнеры, у нас есть преподаватели. И мы вот хотели бы поработать по Московской области с нашими проектами. В день приема поступило немало вопросов от руководителей благотворительных фондов. Кроме того, Ольга Забралова отметила, что наиболее актуальной темой для обращения по-прежнему остается зачисление ребенка в детский сад. Екатерина Крамер, Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».